Школьная форма стала важной темой нового учебного года в Зауралье. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора по социальной политике Александр Карпов. Он отметил, что ее введение начнется поэтапно в рамках пилотного проекта. Участниками стали Притобольный, Звериноголовский, Китовские районы и отдельные классы в городах Кургане и Шадринске. Школьная форма должна отвечать гигиеническим требованиям, быть эстетичной и удобной. Об этом прописано в законе об образовании в Российской Федерации, вступившем в силу с 1 сентября 2015 года. Кроме того, Александр Карпов затронул тему подъемных пособий, которые получат 200 новых молодых специалистов. Учителя, работающие в городах, получат денежные средства в размере 50 тысяч рублей, а в сельской местности в два раза больше. Отметим, что с 1 сентября в Зауралье начали работать 500 школ, за парты которых сели около 100 тысяч ребят. Число первоклашек также возросло. В первый класс пошли более 100 тысяч малышей. В учреждениях профессионального образования к занятиям приступило чуть менее 50 тысяч студентов. В этом году самый большой конкурс был на экономические и юридические специальности.